И что у нас тут переехало? Давай сразу пол смотреть. Да, давай глазастик. Ну давай ты смотри, а я доставлю. Мальчик. Матик. Красивый мальчик. Что видел ты, ты видел рай, богатство и сломанье. Не прошло и года, нам тут посылку прислали. Только раздали всех, да, по-моему, все забронированы были. Пасюки приехали к нам на такси. Ну, пасюки, это сейчас узнаем. Собственно, да, мы уже подготовили, вон эти, Мальва подготовила, я за такси ходил. И что у нас тут переехало? Давай сразу пол смотреть. Да, давай глазастик. Ну, давай ты смотри, а я доставлю. Мальчик. Матик. Красивый мальчик. Насчет красивого я поспорил. Ну, они бутусы такие толстые, откуда они вообще взялись-то? Они крупные достаточно. Нашли настройки. Это девочка, это вообще без вариантов. Это матик. Нет, матик, а папа на ощупь девочка. Ладно, девочка уговорила. Ну, смотри, я на видишь, на ощупь? Я же, блин, профи. Ты какая чё? Красавица. Ну ты же прелесть такая. Это пацан. Хорош щупать детей. Я не щупал, я просто по консистенции. Консистенция, вот такая вот консистенция. Ну, пацан же, я же угадал. Пацан же. Рос-профи. Профирос. Да я даже не смотрю уже. Так, два пацана, одна девчушка. Хорошо. Чего вы пугаетесь-то так? Малышня. Ты тоже, по-моему, пацан. Ну, тут вообще пацан, без вариантов, пацан. Три пацана, одна девчушка. Хаёсый такой пасян. Босёй, зирный. Так, где там еще что? Это, по-моему, девка. Это, по-моему, девочка. Ой, да хорош уже, пацан. Я первый раз ошибся, так я это вырежу. Фейл. Ну, просто маленький мальчик. Пацан. Точно? Да. Да, мальчик. Письку спрятал. Так, их сколько там? Четыре пацана, одна девчонка. Нет, вообще должно быть их семь. Потому что ты считаешь их вообще? Да. Четыре пацана, одна девчонка. Ну, слушай, они уже достаточно взрослые. Взрослые. Послезавтра еще побегут. Девчонка. Девочка. Вот она от них, короче, отдельно лежала. Так, и вот это вот что такое? Последнее. Фу, воняет, конечно, блин, это сеном этим. Подождите, я не могу понять, не вижу. Дай. Ну на. Дитя. Девочка, конечно. Девочка. Еще газет едва-едва. Не, нормальные глази уже. Вот, собственно, кому не хватило пасюков, ну просто все уже забронированы, да, вот смотрите. Точно девочка. Девка. Да, вон соски видно. Соски, да. Так, все, они точно кончились? Да, там все уже все. Ну, видите, какую фигню привезли? Ну, молодцы, что хоть связались. Товстенькая. Посади ребенка. Дай хоть на свету их это, со свету. А что, жрачки нет еще? Потому что не успела. Вот, кстати, ребятки, вот это прям видно даже здесь. Крысята, ну, выкормленные именно природной мамкой. Вы посмотрите, они какие крепкие. Ой, смотрите, какие бутусики. Уйти, какой ты. Да. Как же так-то, блин? Чего там у тебя опять это? Ну, мне просто интересно, что с мамкой, куда делась? Ушла. Ну, кстати, да нифига не ушла. Они вот недавно кормленные. У них пузы вон полные. Так что сейчас она может бегать, ищет их. Че, нет, я не мамка. Там разорили гнездо, тяна их. Да это понятно. Я скорее папка. Дядька. Так, надо им кашечку поставить. Сейчас я поставлю. Ну, отцепись от пальца, все уже. Че, не хочешь? Ты ланти. Серьезно? Не хочу, говорит. Конечно, рука теплая. Мягкая. Вы просто их на ощупь не щупаете. Он такой хороший, такой гладенький прям. Такой толстенький бутусик. Да. Дикие пасюки. Вот это абсолютно дикие пасюки. Это не скормленные. Это вот с улицы вот то, что привезли. Ну, садись. Давай, толстопузик. Ой, такая хорошая бутусина. Дикая, страшная пасюка. Пятки черные. Ой, чернющие пятки. Ну, вообще чернющие. Ну, прям пасючара. Все, сожрет меня завтра. И проснется. Мы спим. Мы там не хотим. Нет. Чё ты меня тютюкаешь? В общем, вот. Еще семь.
на пристройство. Ну, сами понимаете же, да, что их в дикую природу уже не отпустишь. Так что, твою ж мать, ну куда? Ну куда? Ты сама.